Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас эксперт в сфере ПВО Юрий Альбертович Кнутов. Военный эксперт, но главная специализация ваших знаний. И вы ведь служили в ПВО, это как раз противовоздушная оборона. И сегодня у нас эфир исторический, но и политический на самом деле, потому что в свое время это событие, как я помню, был ребенком, но помню хорошо, потрясло очень многих людей. Это полет Руста, пилот-любитель, иностранца. И он прилетел в Москву, нарушил воздушное пространство нашей страны. И помню прекрасно возмущение, которое было в обществе. Задавались люди вопросами, ну как же так? Мы так много денег тратим на оборону, мы гордимся, справедливо гордимся нашей армией, мы гордимся нашими ракетами, самолетами и так далее. И тут выясняется, что какой-то действительно любитель даже, не профессионал, на спортивном самолете преодолевает систему обороны нашей страны противовоздушной, и он достигает столицы. Что же это было? И возникла, кстати, версия в свое время, что объяснить это обычными причинами невозможно. Списать это на халатность невозможно. И, может быть, даже это все было санкционировано на самом верху, и это было нужно для, ну, по большому счету, удара по Советскому Союзу. По крайней мере, по меньшей мере, для того, чтобы иметь повод сместить со своих руководящих постов многих высокопоставленных, влиятельных лиц. Ну, а в конечном итоге это тоже было связано с перестройкой и с идеями разрушения Советского Союза. Насколько это так или не так, вот мы будем сегодня выяснять. Юрий Альбертович, давайте вам слово. Вы, вот давайте вспомним, вы тогда молодой еще человек. Сколько вам было лет? Ну, считаю, что, наверное, 30 с небольшим. Да, и вот вы офицер, да, находитесь... Около 30, около, да, 30 лет, вы офицер, да, находитесь на объекте ПВО недалеко с Москвой, правильно? Да, но единственное, мне тогда повезло, я считаю, во всех отношениях, потому что наша часть находилась на востоке, а Рус летел с севера-запада. Иначе с вас бы спросили. Да, иначе мы бы тоже попали бы, в общем, под разбор, и разговор был бы очень-очень серьезный. Потому что действительно это был скандал, это было ЧП. ЧП такого уровня, которое, ну, просто фактически можно было приравнять к поражению в войне. По-другому это не назовешь. Потому что войска ПВО, ну, я перед этим служил в группе войск в Венгрии. Вот из 5 лет службы 2 года мне пришлось прожить в палатках, из которых полгода на границе, на стыке 3 границ, тогда Югославия, соответственно, Венгрия и Австрия. И в это время как раз шел разговор о размещении крылатых ракет в Сицилии, на территории Италии, в Германии. И вот наше направление, как раз вот рота у меня стояла радиолокационная. Наша основная задача была обнаружить запуск крылатых ракет с Сицилии, первыми дать информацию о том, что такой удар начался. Естественно, сами понимаете, какое сознание, какое отношение к противнику. И вдруг такая, ну, на мой взгляд, достаточно позорная ситуация. По-другому я не могу сказать. Так это воспринималось в обществе, на самом деле? И, естественно, возникли вопросы, и эти вопросы мы уже пытались как-то обсуждать в своем кругу офицерском, разбираться, почему, как это произошло. И, в общем-то, были и субъективные причины, и объективные причины. Мы вначале, наверное, поговорим о субъективных причинах. Пожалуйста. Да. То есть смысл заключается в чем? То, что, конечно, Горбачев попытался создать в обществе такую обстановку, когда вот все старое, что было до этого свойственно Советскому Союзу, считалось ошибкой. Плохим. Плохим, черным. В черном цвете преподносилось, и он хотел реформировать Советский Союз. Он говорил о том, что нужна перестройка. Перестройка должна затронуть не только общество, но и вооруженные силы.
И исходя из этого ставились вопросы, связанные с пересмотром многих моментов. В ближайшем будущем он уже поставит вопрос о выводе войск советских из стран Варшавского договора, хотя уже и об этом тоже велись разговоры. Но вот в тот период это главное были несколько моментов. Первый момент – это отношение к нарушениям воздушной границы. В 1983 году, а и до этого еще была ситуация, был сбит южнокорейский «Боинг». Да, и до этого тоже был. В 1979 году был сбит также южнокорейский «Боинг». Один в Карелии, а другой на Дальнем Востоке. Уважаемые друзья, если вы хотите оставить свой след в истории, выпустить мемуары или историю своей семьи, познакомить мир со своими исследованиями, то наше издательство будет радо реализовать этот проект. Наши преимущества – это сильная медийная составляющая и индивидуальный подход к каждому автору. Подробности в описании. Причем в первом случае, если погибло только два пассажира, и летчики сумели посадить самолет на озеро непосредственно на лед, и это спасло, собственно говоря, тех людей, которые находились в самолете, от гибели, то во втором случае, конечно, все 100% погибли. Хотя потом были расследования, вообще стоит вопрос, были ли там люди. Я первоначально к этой идее относился очень скептически, но в последующем, когда появились рассекреченные документы ЦРУ, касавшиеся провокации в отношении Кубы, когда американцы пытались запустить не практически пустой самолет, в котором находились тела умерших людей, различные вещи, и этот самолет должен был взорваться непосредственно над островом Свободы, как тогда Кубу называли, и потом это должно было все перерасти в международный скандал, и этот скандал должен был привести к агрессии США, опять же, на кубинскую территорию, уже непосредственно американских войск. Вот когда эти документы ЦРУ рассекретило, я понял, что, в общем-то, с Южной Кореей тоже, в общем, с южнокорейским «Боингом» ситуация могла в какой-то степени быть похожий. Хотя до этого я считал, что там действительно на 100% находились обычные граждане, которые, вот, собственно говоря, попали в такую незавидную ситуацию. После этого вышел приказ соответствующий, который запретил войскам ПВО применять боевое оружие непосредственно по транспортным самолетам, по пассажирским, по спортивным и так далее. То есть, с одной стороны, требовалось войскам ПВО любым путем обеспечить безопасность воздушных рубежей, а другая задача, которая стояла перед войсками ПВО, это делать все для того, чтобы этот самолет не был сбит, поврежден и так далее. То есть его принудить к посадке. А как ты его принудишь, если, например, экипаж не выполняет указания летчиков, которые пытаются посадить этот самолет? Поэтому, конечно, в ПВО оказались в достаточно сложной ситуации. Это первый момент. А второй момент, Горбачев в это время решил, заигрывал достаточно серьезно с Федеративной Республикой Германии. Но с чем это было связано? Ему нужны были деньги. Советский Союз в связи с войной в Афганистане, в связи с непрофессиональным подходом внутри страны, теми реформами экономическими, которые начинаются ошибочно его по характеру своего проведения, это все вызвало уже определенный экономический кризис. И для того, чтобы как-то сохранить ситуацию, а значит остаться у власти, ему нужны были кредиты. И вот Германия, она, в общем-то, проявила инициативу и сказала, что такие кредиты предоставит. Но НАТО в данном случае уже как блок, и в первую очередь Соединенные Штаты Америки, были заинтересованы в том, чтобы Россия продемонстрировала, так скажем, добрую волю. Советский Союз, прошу прощения, продемонстрировал добрую волю. И эта добрая воля должна была выглядеть, в частности, в ликвидации ракет средней и меньшей дальности. И тогда Советский Союз имел на вооружении 1856 ракет, а Запад, американцы, в первую очередь, 856, и они находились на территории Германии. И вот была достигнута договоренность, что мы эти ракеты уничтожаем. То есть на 1000 ракет больше. Более того, в договор было заложено, что мы уничтожаем комплекс АК. Чтобы было понятно, комплекс АК – это дедушка современного «Искандера». Вот «Искандер» – это глубоко модифицированный, доработанный, более развитый комплекс АК. АК не подпадал под все эти договоренности, и наши военные добились того, чтобы он не был включен в соглашение. Но, к сожалению, в последующем окажется, когда будут подписывать в декабре 1987 года договор, там вдруг откуда-то в тексте это положение об ликвидации комплекса АК выплывет.
И кто писал, неизвестно? Неизвестно. То есть вот Горбачев там находился, и, по-видимому, с ним там согласовали, дополнили. Он этот вопрос с Министерством обороны не согласовал. То есть внутри Советского Союза возникает, особенно в высшем военном руководстве, серьезное недовольство тем, что делает Горбачев. То есть он проводит в одностороннем порядке разоружение, начинает проводить. И это разоружение фактически проводится под диктатом Вашингтона и НАТО. И в этой ситуации, конечно, зреет оппозиция. Эта оппозиция, она выступает, военная оппозиция, я подчеркиваю, против курса перестройки, потому что видит, что эта перестройка куда-то ведет не туда, потому что первоначально-то считали, что все пойдет согласно реформам Дэн Сяопина в Китае, похожий вариант, и Горбачев это все преподносил, что будет похоже на китайский вариант. А потом он резко, в общем-то, ушел в сторону. И это все, конечно, сказывалось на настроениях генералитета, высшего командного состава. И, естественно, нужно было найти возможность как-то избавиться от этого генералитета, настроенного просоветски, выступавшего против политики Вашингтона и против политики Брюсселя, как вот штаб-квартира НАТО. Что значит «выступали»? Можно ли сказать, что эти люди в принципе готовы были совершить военный переворот? Я думаю, что да. Вот сейчас, если бы вот меня тогда спросили, ну, это был бы большой вопрос. Почему? Потому что тогда все-таки еще понятие руководящей роли партии, КПСС, оно было записано в Конституции еще в это время, и оно как бы крепко в головах сидело, даже высшего генералитета. Но настроения все равно зрели. И поэтому я думаю, что если бы вот эти вот руководители, которые, в общем-то, ну, прошли Афганистан и другие локальные войны, и Вьетнам, и Ближний Восток, эти руководители какой-то период посмотрели на то, что делает Горбачев, вполне возможно, что его отстранили от власти. Тем более опыт в нашей стране такой был. Мы помним Хрущева, да, и, собственно говоря, здесь ничего удивительного нет. И Горбачев это тоже понимал, что в общем-то, может произойти, если тот курс, неудачный курс, будет и дальше также развиваться не по восходящей, а по нисходящей. А у него, в общем-то, все шло по нисходящей. Конечно, в этой ситуации встает вопрос, как избавиться от этого руководства. Я так полагаю, что зреет заговор уже внутри высшей партийной верхушки. Это Горбачев, это Яковлев, ну, в последующем Шеварднадзе и целый ряд политиков, которые, собственно говоря, были настроены прозападно. Они наивно верили о том, что Соединенные Штаты Америки и страны Западной Европы желают Советскому Союзу благополучия, процветания. Вы верите в то, что они наивны? Я имею в виду, наши руководители верили. Я про то и говорю. Да, вы верите, да, что в их наивность? Да, я верю в их наивность. Они почему-то считали, что вот сейчас, если перейти к этой модели социально ориентированного рынка, то у нас тут все будет в шоколаде, народ заживет очень быстренько, а в Советский Союз, в новый Советский Союз, обновленный точнее, потекут рекой инвестиции, у нас тут начнут строить заводы типа Мерседесов и так далее. Типа китайского варианта. А китайский вариант, вот вы понимаете, до этого ведь у нас с Китаем были очень сложные отношения. И китайцы, скажем, это не, такое противоречие с Китаем, они сохранялись даже при Горбачеве, достаточно серьезные. И поэтому мы, ну, боялись копировать, стыдились, может быть, даже копировать китайский опыт, хотя китайский опыт в данном случае был, ну, в тысячу раз эффективнее, и история доказала это, чем то, что нам предлагали Соединенные Штаты Америки и страны Запада. Ну, вьетнамский опыт. Это слишком маленькая страна, а Китай огромная страна с гигантским населением. И, конечно, копировать его. И самое ведь интересное, у меня просто был в тот период возможность читать закрытые бюллетени ЦК КПСС по различным направлениям. И я смотрел и видел, что мы, в общем-то, движемся как раз по китайскому опыту. То есть по китайской схеме. Нет, ну там даже терминология очень похожа. Да. Помните, семейный подряд, подворный подряд. Да, да. И в Китае подобная вещь. Да, но потом, когда вот проводились реформы экономические, хозрасчетные, их проводил, в частности, Рыжков. И Рыжков, там ведь и как разрешалось? Вот мы берем по госценам какие-то продукты, товары, и продаем их кооперативу
созданному при этом, же предприятии, но цены государственные, а кооператив потом может продавать по любой цене. Если бы этот вопрос цены контролировался, то есть можно было продавать и в 1000 раз дороже, и так далее, и так далее. То есть это была полная глупость и полный абсурд, который, собственно говоря, и начал разваливать экономику Советского Союза. Но это уже как бы немножко другая тема. Так вот, в этой ситуации, соответственно, тогда Горбачев поставил, ну, я так полагаю, что перед ним стоял вопрос избавиться от высшего генералитета, высшей военной верхушки, которая, собственно говоря, была настроена тоже за реформы Советского Союза, но, вероятнее всего, все-таки эти реформы бы проводились по китайскому образцу, а не по образцу западного рынка. И, исходя из этого, соответственно, нужен был какой-то повод. И у меня такое ощущение, что Центральное разведывательное управление, БМД – это разведка Германии, ну и какие-то силы в Министерстве обороны, в Комитете госбезопасности – это 100%, и, соответственно, ну и, может быть, еще в ряде каких-то структур, эти силы, которые вот были близки к Горбачеву, они, в общем-то, провели специальную операцию, которая позволила Горбачеву реализовать те планы, которые, в общем-то, он давно вынашивал. То есть избавиться от высшего советского генералитета и тем самым обезопасить себя от возможного ареста и, соответственно, ответственности за те, за тот неудачный курс, который он начал проводить. И вот в этой ситуации появляется история с Рустом. То есть как повод для того, чтобы Горбачев смог реализовать вот свои, ну, не скажем, скажем так, не совсем благовидные для сохранения Советского Союза идеи. Ну вот вы, кстати, даже знакомы с Рустом. Вы да, я перекинулись... с Рустом встречался. Репликами, да. Что да, вы скажете про это? А это уже было где-то, соответственно, через 25 лет была программа в Москве, посвященная полету Руста. И Руста пригласили на эту программу, его потом тоже приглашали, и до этого он категорически отказывался. А тут как раз так получилось, что он прилетел. И я участвовал в этой программе как военный эксперт. И очень интересный у меня момент произошел. Там была небольшая пауза рекламная, и можно было подойти к Русту и пообщаться с ним. Я подошел и через переводчика, естественно, спросил, не боялся ли он лететь в Москву, и, соответственно, и понимал ли его, что его могут сбить. И он мне прямо в глаза спокойно ответил, нет, я не боялся, я точно знал, что меня не сомнят. Это очень красноречивое признание. Вот, меня эта фраза поразила. Я знал, что меня не сомнят. Понимаете? С чего бы ты это знал, да? Да, да. То есть, и, конечно, давайте посмотрим на сам... Вообще, Руст, он, конечно, у него в семье, если не отец, он занимался продажей как раз вот самолетов, в том числе самолетов Cessna. Потом вот он на там... котором он и прилетел. Да, да. Потом он прошел какие-то курсы, хотя после уже вскрылось о том, что курсы были и другие, секретные, о которых никто не знает, и где действительно его обучили тому, как нужно летать. Ведь он всего-навсего пролетел, соответственно, из Германии там, в Исландию, потом, соответственно, Ирландия, дальше там, Швеция, Финляндия, и уже потом полетел в Москву. Вот этот вот короткий полет он считал уже суперподготовкой своей. Причем ведь самое интересное считается, ну, ему было 18 лет, через 3 дня после своего полета ему исполняется 19. Ну, пусть 19 лет. Но некоторые вещи он делал настолько профессионально, что взрослые летчики, много лет пролетавшие на военных даже самолетах, им в голову не приходили такие решения, которые использовал Руст вот во время своего знаменитого вот этого вот скандального, соответственно, перелета. Да. Ну, например, можете сказать? Ну, например, вот он берет, вот прилетел на спортивном самолете, он говорит, что я вылетаю, диспетчеров предупреждает на аэродроме, я полечу, соответственно, в Швецию. Перед этим он снимает заднее сиденье, туда кладет канистру с маслом, которую заранее приобрел. Более того, он одевает оранжевый комбинезон и сверху одевает костюм. Уже рубашку, джинсы и так далее. То есть он выглядит как обычный человек. Он начинает полет свой, летит над Балтийским морем, общается с диспетчерами, выходит на определенную точку
И сбрасывает это масло. Масло, канистра разбивается о воду, и образуется масляное пятно, которое потом принимут финские власти за следы от катастрофы самолета «Роста». На самом деле он на предельно малой высоте, то есть где-то, ну, порядка, вообще весь полет у него в основном шел на высотах примерно 600 метров. Почему на таких высотах? Тоже интереснейшая история. Есть воспоминания генерала армии, генерал-полковника Ивашова, о том, как в свое время маршал Соколов, министр обороны, по просьбе Горбачева пришел, соответственно, вернее, маршал Соколов по просьбе Горбачева пришел к нему, как к руководителю страны, и доложил о системе противовоздушной обороны СССР. И так как он министр обороны, естественно, он принес с собой карту, совсекретную, показал все объекты на этой карте и так далее. А когда он уходил, Горбачев там его заговорил, и он эту карту оставил Горбачеву. Утром, соответственно, Соколов вспоминает, что карта-то совсекретная не сдана им, соответственно, хоть он и министр обороны, он все равно должен сдать секретную библиотеку. Он посылает Ивашову. Ивашов все бросает, несется Горбачеву. Приезжает и говорит, вот Михаил Сергеевич, тут вчера вот был маршал Соколов, забыл карту. Не знаю никакой карты, пошел, иди отсюда, разбирайтесь сами. Карту он не отдал. Проходит какое-то время, в Германии в киосках начинают продавать карту. Вот эту? Карту, когда немецкая карта, на немецком языке напечатаны объекты наши, и туда нанесены все вот эти наши зенитно-ракетные дивизионы, радиолокационные станции и так далее. Прямо из той совсекретной карты? Ну, так? Практически да. Практически да. То есть совсекретная карта уже становится доступной в каждом киоске. Рост эту карту купил и использовал ее во время полета. Радиолокационное поле тогда было не совсем, скажем, ставилась задача опустить его примерно до 100 метров, вот нижняя граница. Но многие РЛС еще работали где-то с высоты 1 километр. 500 там, метров мало какие станции могли брать. Это требовалось построить и вышки, и сами станции новые должны были быть, и углы закрытия. Ну, в общем-то, это комплексная такая работа. Поэтому Рост в основном летел на высоте 600 метров. Как он летел? Он, соответственно, находился над Балтийским морем, на малых высотах, так, чтобы его финские радиолокационные станции не видели. Выходит на коридор для, фактически на международную трассу, которая ведет непосредственно в сторону Советского Союза. И по этой международной трассе перелетает границу СССР. В чем особенность? Почему я вот это особенно подчеркиваю, вот этот коридор? Потому что если самолет нарушает границу, он нарушитель границы. По нему тут же доклад главкому, тут же все дежурные силы поднимаются, авиация, истребительная, зенитно-ракетные дивизионы задействуются. И дается команда, если этот нарушитель команду не выполняет, его сбивают. А если он заходит по коридору, он нарушитель режима полетов. Мы должны разобраться, что это за самолет, зачем он летит, попытаться его посадить. Доклада никому не идет, доклад не идет ни главкому, ничего. То есть вот такой вот порядок был вот после самолета южнокорейского «Боинга», который сбили в 1983 году. 18-летний, почти 19-летний мальчик идет именно по коридору. То есть, ну, кто-то же ему наверняка подсказал это, понимаете, ведь. Он дальше, соответственно, ориентиры у него были там достаточно серьезные. То есть он ориентировался там по комбинату, например, в Кохлояре, которые дымы от труб этого комбината были видны аж за 100 километров. По озерам, потом по железной дороге Ржев, Москва и так далее. Причем интересная особенность. Ведь мало кто знает, но в то время радиолокационные станции наши, да и американские тоже, если самолет идет на небольшой высоте над линией, соответственно, над железной дорогой, но над линией, над проводами, по которым подходит пантограф электровоза, соответственно, вот эти провода, они создают засветку. И если идешь то в этой засветке... То электромагнитное поле. То, да, оно не возникает, сказать. Оно вообще есть. Потому что передается постоянно электроэнергия. Возникает, когда идет электричество.
Нет, это просто... То есть все время передается. Эти же провода находятся под нагрузкой. Да, я про это говорю. И поэтому идет засветка. И в эту засветку, если войти, то уже не каждый радиолокатор увидит. Вот часть, соответственно, маршрута он как раз таким образом и преодолевал. Кроме того, интересно, в этот же день начались мощнейшие маневры американской авиации, военной, на Дальнем Востоке. И эти маневры, они приводили к тому, что, соответственно, информация о нарушениях границы все время шла на центральный командный пункт войск СПВО. Со стороны Финляндии тоже были нарушения границы. И со стороны Северного моря, соответственно, тоже. То есть это вот все, собственно говоря, поддержка такая была. То есть вы считаете, что это не случайное совпадение? Да нет, ну это доказано уже практически, что это все было не случайно. То есть в результате командный пункт, он занимался боевыми самолетами, да? которые в нескольких местах нарушали границу, воздушную границу Советского Союза. Хотя вот самолет Руста, его заметили пограничники сразу же, они доложили о том, что есть такое нарушение. Но погранвойска, руководство погранвойскам ПВО ничего не сказало о том, что произошло нарушение. То есть это вот взаимодействие войск ПВО и пограничных войск в тот период. Кроме того, самолет Руста все-таки был засечен сразу же во время того, как он вошел в коридор, одной из наших радиолокационных рут. Пошел доклад о том, что вот есть нарушитель режима полетов. Не нарушитель госграницы, я подчеркиваю, нарушитель режима полетов. Лейтенант, подчеркиваю, лейтенант дежурный, оперативный, он поднимает... Может, там второй или третий раз дежурил, но все инструкции изучил. Он поднимает, дает команду на подъем истребителя, чтобы разобраться, что это за самолет. Соответственно, в это время в зону ответственности Ленинградской армии ПВО, а уже туда прибыл командующий, соответственно, он берет на себя руководство. В результате истребитель взлетает не сразу же, когда поступила команда от лейтенанта, а где-то минут на 15-20. Мы понимаем, куда уже за 20 минут может улететь пусть даже спортивный самолет. И, соответственно, три дивизиона зенитно-ракетных в Ленинградской армии докладывают, что они ведут цель неопознанную, которая на запрос свой-чужой не отвечает. Все, что требуется от командующей армии, это нарушить, может быть, приказ министра обороны, но дать команду на уничтожение этого нарушителя. Соответственно, командующий армией такой приказ не дает, он пытается разобраться, уже сам там дает команды на то, чтобы был поднят МиГ-23, который имеет гораздо большие скорости, чем самолет Руста. А почему не вертолеты? А вертолеты не подчинялись. Не было вертолета в войсках противовоздушной обороны. Понимаете, вот что произошло? Вы очень важный момент, на очень важный момент обратили внимание. В середине, где-то даже в начале 80-х годов генеральный штаб, возглавлял его тогда маршал Агарков, он принял решение. И это решение было очень своеобразным и спорным. Вот до этого существовали войска ПВО, по сути, это была воздушно-космическая оборона. Представьте себе, вот называлось войска ПВО, но что туда входило? Туда входили, соответственно, истребительная авиация, радиотехнические войска, зенитно-ракетные войска. Это знали все, и это показывали на парадах. А вот то, что туда входит, система предупреждения о ракетном нападении, противокосмические оборона, противоракетная оборона, система контроля космического пространства и спецназ, а спецназ, это тогда РЭП назывались, части радиоэлектронной борьбы, назывались спецназом. Вот то, что четыре этих рода войск входят, не знал никто. Об этом вообще-то запрещалось даже и говорить в тот период. Это только в конце 80-х годов будет образован род войск ракетно-космической обороны, и тогда это все будет раскрыто. А тогда об этом как бы вот, старались умалчивать. Так вот, соответственно, что происходит? По решению генерального штаба, вот эта единая система воздушно-космической обороны, которую создал маршал Батицкий, она разваливается. И ПВО, которое находится в приграничных округах, оно полностью передается командующему подчинению сухопутным войскам. А что такое ПВО у сухопутчиков? ПВО у сухопутчиков никакого значения серьезного для них не имело в тот период. Я могу сказать, есть даже воспоминания одного из ветеранов, который он прямо так и говорил о том, что
с одним командиром батальона он беседует, это генерал армии, герой социалистического труда Третьяк, он беседует с командиром батальона и спрашивает, ты, говорит, кто такой? Он говорит, я командир там, радиотехнического батальона такого-то, такого-то, войск ПВО. Чего-чего? Он опять. То-то-то-то, войск ПВО. Он, чего? ПВО? Понимаете? Вот какое отношение было в сухопутных войсках к ПВО. Естественно, вопросы снабжения, боевой подготовки, обучения и все остальное оставалось по остаточному принципу для войск противовоздушной обороны. Маршал Батицкий, это человек, который, как я создал воздушно-космическую оборону, очень переживал. И когда к власти пришел Андропов, он добился аудиенции у Андропова, и Андропов дал указание восстановить систему ПВО. Но ее только до конца не успели. Это 85-й год. А Рус летел в 87-м. Соответственно, вот за этот период, ну, прошло не так много времени для того, чтобы вернуть все изначально. Более 85-й того... 85-й – это же Черненко-Горбачев. Да, период. Правильно, Черненко. Это... Черненко как не Андропов. Нет, Андропов... Начал, как... да, потом это понятно. Да. Да. И вот, соответственно, более того, соответственно, вот эта система, она начинает восстанавливаться, но восстанавливается не до конца. Угу. И сохраняется все равно двойное подчинение. В это время состоятся ставки и ПВО, двойное подчинение и главкому, и ставки по направлениям. То есть фактически все равно в округах остается. И это все сказывалось, конечно, на управлении. Так вот, когда Руст пересек эту границу, соответственно, по нему работала Ленинградская армия ПВО. Автоматизированные системы управления в тот период были несовершенны. И очень часто РЛС стаи птиц выдавали как цели. И так же, как и автоматизированная система управления. Кроме того, были ситуации, когда, соответственно, наоборот, цель принималась за стаю птиц. И такие ошибочные как бы, моменты, они, в общем-то, тоже вводили в заблуждение, и очень много зависело от уровня подготовки. А уровень подготовки, как я уже сказал, вот после того, как сухопутчикам передалась приграничная система противовоздушной обороны, уровень подготовки значительно упал. И причем вот это даже во время Великой Отечественной войны, вот опыт Сталинграда, мы все знаем, когда первый налет на Сталинград был гитлеровцев в 42-м году, как они сожгли город, как горела Волга и так далее. А причина была какая? Те части ПВО, которые должны были защищать промышленные предприятия и так далее, их отдали, соответственно, командованию Красной армии, обычному командованию, отвечавшему за сухопутные войска. И оно их использовало для борьбы с танками, для прикрытия войск. А в результате город оказался беззащитным. Тогда решение? Ну, тогда ставки тоже это было решение. Потому что не было еще должного понимания о том, что такое войска ПВО. Но я бы хотел отметить, что за годы Великой Отечественной войны 4 раза реформировали войска ПВО. 4 раза. И возникала, когда необходимость, тут же все перестраивалось. Самое интересное, даже были созданы система, был Западный фронт и Восточный фронт. Вот Западный фронт – это все, что находилось, ну, допустим, 100 километров от линии ведения боевых действий и в тыл. А то, что находилось в приграничной полосе – это Восточный фронт. Оснащение другое, другие зенитные средства, истребительная авиация, снабжение и так далее. Если в тылу даже девушки-зенитчицы в основном, да, аэростатчицы, прожектористы, то здесь это все, это в основном мужчины. То есть, с одной стороны, вроде бы один и тот же вид вооруженных сил, а с другой стороны, абсолютно разные подходы. И эти подходы по мере изменения ситуации на фронте менялись. Так вот, возвращаясь к Русту, интересные были ведь еще какие моменты. Руст пролетает над разными местами, как я уже говорил, там и Селигер, и различные озера, для того, чтобы ему легче было ориентироваться. Вот в районе Селигера, например, имелось большое количество, ну, небольшое количество, но какое-то количество дач, атташе и дипломатов западных, натовских. И есть информация, что Рус там связывался с этими военными атташе. Почему? Потому что, как он сам рассказывал, это я лично слышал, как он когда взлетел, и вот пошел, соответственно, на нарушение границ Советского Союза, он не выключал рацию, как считали многие, а он просто перестроился на другую частоту, на какую никто не знает.
Еще в одном из мест докладывали потом гиды, переводчики, о том, что находилась там группа туристов, а потом выяснили, немецких туристов, mm-hmm. выяснили о том, что эта группа туристов вдруг решила запускать большие воздушные шары. А они изнутри были металлизированы. Они создавали, соответственно, такие же отметки, как от спортивного самолета. То есть это где-то было рядом с маршрутом Руста? На маршруте Руста. А, это прямо все. На маршруте? Прямо на маршруте Руста. То есть вот такое вот прикрытие, соответственно, осуществлялось различными средствами разведки. Но самое интересное, ну, конечно, Русту в какой-то степени здесь и повезло, надо отдать должное. Почему? Потому что вот МиГ-23, который рядом с ним пронесся, там старший лейтенант Пучнин направлял этим самолетом, его спрашивает командующий Ленинградской армии ПВО, что видишь? Он говорит, вижу спортивный самолет. Как выглядит? Это не наш, говорит, самолет, не советский. Там какая-то линия на нем, то-то, то-то нарисовано. Он говорит, ты, говорит, точно видишь? Я уже, говорит, пролетел. Решите на второй круг зайти. А на второй круг ему не дали команду заходить. Соответственно, понимаете? То есть очень интересный момент. И кроме того, потом Руст попал уже непосредственно, когда подлетал к московскому округу ПВО. Оказалось, что ему повезло в каком смысле? Накануне прошли учения и столкнулись два самолета. МиГ-25 и Ту-22. И, соответственно, были подняты поисковые группы, вертолеты висели, ретрансляторы. И в этой ситуации его приняли за вертолет-ретранслятор, дали код свой. И он под этим кодом уже дальше, соответственно, шел. Но все равно командующий Московским округом ПВО, оперативный, точнее, дежурный Московского округа ПВО, у него были какие-то сомнения. Что это такое? Почему то был вдруг была цель нарушителя режима полета? Куда она делась? Он включил дополнительные средства. И эти дополнительные средства начинают искать Руста. И, в общем-то, в ряде мест они находят, хотя где-то, я говорю, какие-то батальоны радиотехнические принимают его за стаю птиц, и идет доклад на центральный командный пункт, что это нет, это не цель, это всего лишь навсего стая птиц. Но был еще очень интересный эпизод, именно непосредственно на центральном командном пункте Московского округа противовоздушной обороны. Там буквально за несколько дней до этого инцидента провели профилактику оборудования. Проводилось ее обслуживание, она настраивалась, отрегулирована, и уже была передана непосредственно военным снова после регламентных соответствующих работ, и уже несла боевое дежурство. И вдруг неожиданно появляются какие-то гражданские люди. Подходят к дежурному генералу и говорят, выключая аппаратуру АСУ. Автоматизированную систему управления. Говорит, почему? Говорит, это вообще... Для него это был нонсенс. Он был в шоке. Говорит, ну, мы будем ее, соответственно, настраивать. Ну, говорит, она только вот сейчас, вот буквально два дня, как из ремонта. Чего ее настраивать? Нет, вот давай выключай. Он говорит, нет, без приказа из вышестоящего штаба, то есть центрального командного пункта, из главного командования войск ПВО, я это делать не буду. Проходит 15 минут, они ему приносят приказ, подписанный все соответствующим должностным лицом. То есть, конечно, все были, в общем-то, в шоке на командном пункте, аппаратуру выключили, и в этой неразберихе уже понять непосредственно, где нарушитель режима полетов, где боевой самолет, и что вообще творится в воздухе, уже было практически невозможно. Ну и Руст, конечно, продолжил полет, ну, практически без каких-то противодействий в данной ситуации со стороны наземных сил противовоздушной обороны. Он подлетает к Москве. Здесь уже включаются радиолокационные станции аэропорта, в том числе Шереметьево. Включаются диспетчеры, которые видят непонятную цель. Они, соответственно, обращаются к военным. А тоже вот после реформы вот этой вот передачи, соответственно, и вообще реформы ПВО по Агаркову в тот период. До этого военный, соответственно, диспетчер или там оперативный дежурный,
вот так правильнее будет сказать, он мог спокойно снять трубку, позвонить диспетчеру и выяснить, что за самолет, что за цель, какая обстановка и так далее. Если у него самолет какой-то нарушитель режима полета идет вне графика, потому что у военных было расписание, на какой высоте, на каком эшелоне идет пассажирский самолет. А после этой реформы нужно, он должен был звонить своему руководителю, тот руководитель, руководителю гражданскому, а гражданский уже на диспетчера. Вместо 30 секунд уходило 5 минут. Решений, да. Да. В результате это все приводило, конечно, к потере фактической цели. И вот в этой вот ситуации, конечно, когда самолет «Руст» оказался уже фактически в московской зоне, ну, поступает команда все гражданские самолеты посадить, потому что, чтобы не было никакого столкновения, «Руст» беспрепятственно подлетает к Красной площади, делает 3 круга. Его уже снимают не только наши, но в первую очередь иностранцы, которые там находились с кинокамерами. Причем хорошего качества. И весь этот полет, как опять он летает... Совпадение. Да, вот чисто случайно. Вот понимаете, вот случайно. Группа туристов с великолепными камерами. Это все снимается. «Руст» делает, соответственно, круг. Думает, видит, что он посадку может только совершить на Большом Москворецком мосту. Но там движение машин. И он заметил, когда загорается светофор, значит, появляется окно. Причем самое интересное, буквально за день до его прилета на мосту снимают провода для троллейбуса. Ну, для профилактики. Случайно, да. Остаются только поперечные. И вот он... Ну, милиционер видит, самолет сейчас собирается совершать посадку. Милиционер включает красный свет. Значит, все машины остановились, у «Руста» появилась возможность, и он спокойно ныряет между вот этими растяжками поперечными. А сделать это, вот мне приходилось разговаривать с пилотами, без очень хорошей подготовки очень сложно. Потому что самолет просто врежется. Здесь нужно вот именно такой маневр. Летчик ас. Ас. То есть, либо нужно тренировать этот именно прием. Не один раз. Да, либо этот прием, ну да. Да. И в данном случае у него все проходит удачно, он приземляется, и, соответственно, там его уже окружают. Туристы сразу иностранные подбегают наши, начинают фотографировать, снимать, и соответствующая реакция... Ну, я помню эти съемки, да. Да, и соответствующая реакция уже идет как бы... Вначале он там выдает интервью, его никто не трогает, это уже только потом его задержали, начинаются допросы. Но, в принципе, допросы показали тоже очень интересную вещь. Его использовали в темную, это 100%. То есть сам он не предполагал, что он непосредственно выполняет какую-то такую сверхсерьезную миссию. Это первый момент. Второй момент, его там задержали, отвезли в Лефортово. Условия содержания у него были очень хорошие. Его и лечили, и зубы ему лечили, и питание у него. Гастрит был, у него там диета какой-то. В общем, еда у него была самая такая качественная, прогулки и так далее. То есть, в общем, его не столько он сидел, сколько поправлял здоровье свое. Просидел он в общей сложности где-то 420 дней. Потом по решению Громыко... Он был, соответственно... Амнистирован, да, и возвращен в Германию. Хотя за подобное нарушение ему грозило от 10 лет и выше. Не менее 10 лет он должен был пробыть в заключении. Ну вот, вот так вот было принято такое решение. Но самое главное начинается в отношении военных. Когда узнает Горбачев, а он находился с визитом в Германии... Опять совпадение. Да, он узнает об этом... Он задает вопрос министру обороны, тот, естественно, не в курсе. Начинается скандал, разборка. Увольняет более 200 высших генералов и офицеров. Два офицера отдают под суд. Соответственно, то есть вот те репрессии, это по американским данным уже. Американцы и американские историки, когда анализировали всю эту историю с «Рустом», они написали, что подобного рода репрессий Красная Армия не имела с 1937 года. А у нас исследований таких нет? Наши исследования тоже есть, но наши я привожу специально американские для того, чтобы, ну, в данном случае, что даже на Западе признали масштаб.
удара по армии. Что этот удар был просто катастрофический. Я вспоминаю, чем все это закончилось. Значит, ну, поменялся главком, там, поменялся министр обороны, командующий флотами, группами войск. В общем, там колоссально. До командиров дивизий, наверное, полков дошло и бригад. Но чем занимались? Значит, пилили лес, вроде как углы закрытия надо было создать, красили бордюр, значит, косили траву. И это все продолжалось сутками 6 месяцев. Боевой подготовки никакой не было после того, как вот поменялось командование в войсках противовоздушной обороны. Все свелось к наведению внешнего парадного лоска. То есть если вы переживаете за боевую готовность, значит, надо заниматься было в первую очередь боевой готовностью. Хотя здесь надо отдать должное, некоторые моменты были очень, ну, скажем, такие спорные. Первое. Началось перевооружение в войсках ПВО. Вот Москву защищала так называемая 25-я система «Беркут». Она в 1955 году была поставлена на боевое дежурство. И два кольца – это, соответственно, 56 полков, 32 на дальнем кольце и 24 на ближнем кольце. Находилось 7 ракетных баз, и вот они должны были прикрывать Москву. Но система морально устарела. Да, ее модернизировали несколько раз, но качество уже не соответствовало тем задачам, которые перед этой системой стояли, потому что появились крылатые ракеты, и она не была в состоянии бороться с крылатыми ракетами. Я обращаю внимание на полет «Руста». Давайте посмотрим. Высота 600 метров и меньше, то есть там, где его почти не видят. Соответственно, цель небольшая по размеру, то есть она как на отметках локаторов видна как не больших размеров. То есть, по сути, единственная скорость. Скорость у него была где-то... Ну, самолет 220 километров, он летел против ветра. У него была средняя скорость 140 километров у «Руста». Поэтому он так долго, там, на час больше летел, чем планировал. Но дело не в этом. Дело в том, что характеристики, за исключением скорости, это характеристики крылатой ракеты. То есть полет «Руста» фактически доказал советскому руководству о том, что крылатые ракеты американские, если ими будет нанесен удар, они могут долететь до Москвы. Та система ПВО, которая не перестраивалась, не модернизировалась, с подобной задачей, с поставленной задачей могла не справиться. Да, появился комплекс С-300 в 1978 году, в начале 80-х годов появляется уже новая модернизация этого комплекса, подвижный, соответственно, этот вариант. Появляются Су-27, но они не стояли еще в войсках ПВО, все старенькие Су-15 в основном применялись, ну и где-то МиГ-23. То есть вертолетов не было и так далее. То есть сама по себе система требовала серьезной модернизации. Этого вовремя сделано не было. Я вот сам служил, я помню, на станции к нашим. У нас ведь тренировки потом все-таки возобновили. И тренировки именно по спортивным самолетам. Поднимался спортивный самолет, и вот наша станция старая, вот эта станция 25-й системы, если на аэродроме был знакомый оперативный дежурный, мы ему звонили, он нам говорил, что вот, ребята, ищите в таком-то квадрате. Мы находили. Если там не было знакомого оперативного дежурного, наша станция уже не видела ничего. Ну, а я еще раз хочу сказать, хотя 300-ка так подобного рода цели вела легко, и сбить ничего не стоило, собственно говоря, комплексу С-300, ту же Cessna. Да даже вот любой истребитель, даже Су-15 и МиГ-23, он мог просто промчаться рядом и реактивной вот этой струей, либо спутной струей, просто свалить его в штопор, и, соответственно, «Руст», ну, погиб. Но интересно ведь что еще? Весь этот инцидент произошел где-то за месяц до визита одного из ведущих руководителей Западной Германии в Советский Союз. И вот во время... представьте себе, мы сбиваем этот самолет. Отношения с Германией, со всеми остальными. Вот, идиоты, мальчик летел, хотел встретиться с Горбачевым, обсудить варианты устройства мира в ближайшем, понимаете, мальчик, вот Горбачев должен встречаться, руководитель Советского Союза, с мальчиком и обсуждать с ним, как же устроить вот мир так, чтобы не было войн, и все люди жили дружно. Хотя у «Руста», самое интересное, на хвосте была нарисована атомная бомба.
То есть это вроде как вот он там назвал, что это не атомная бомба, какой-то там символ, но все это воспринимали как атомную бомбу. То есть он фактически продемонстрировал, что самолет или крылатая ракета в состоянии доставить атомную бомбу. Так вот, вот этот вот, соответственно, полет, конечно, он имел очень тяжелые последствия для нас. Вот последствия какие? Как я уже сказал, это удар по нашим вооруженным силам катастрофический. С 1937 года ничего подобного не было. Это реверанс в сторону Запада полнейший, потому что 8 декабря 1987 года Горбачев приезжает в Вашингтон и подписывает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как я сказал, мы уничтожили на 1000 ракет больше. И включили туда даже комплекс АК, который с военными не был согласован. Более того, Горбачев убирает всех тех, кто ему не лоялен в вооруженных силах. И после этого он уже не боится, что армия может подняться против него. И таким образом, в общем-то, он начинает проводить тот курс, курс на разрушение страны, который, собственно говоря, к сожалению, ему удалось в той или иной степени реализовать. Ну, а для нас урок полета Руста, конечно, он достаточно важен. В каком смысле? Первое – это причины, почему мы все-таки не смогли его сбить. Это несовершенство законодательства. Это первый момент. После уничтожения вот этого Боинга южнокорейского в 1983 году. Это реформа, непродуманная система противовоздушной обороны. А тут бы я хотел напомнить слова маршала Жукова, который после окончания Великой Отечественной войны сказал: «Тяжкое горе ожидает ту страну, которая не сможет отразить удар с воздуха». И, соответственно, это своевременная модернизация системы противовоздушной обороны. Это вот то позитивное, помимо негативного, помимо предательства, я считаю, что было предательство со стороны Горбачева и тех лиц, которые участвовали в этом заговоре, связанном с пролетом этого самолета и его посадкой на Красной площади. Помимо всего этого, здесь есть очень важные уроки. И эти уроки остаются актуальны и сегодня, и завтра, и послезавтра. Да, и вот эта книга, хотя говорит, вроде бы, если ориентироваться на заголовок, о ситуации в холодную войну, но на самом деле там есть и значительная информация, относящаяся к уже очень близким к нам временам. Это, по сути, к современности, и поэтому рекомендую с этой книгой знакомиться. По сути, это книга «Ракеты против самолетов». По сути, да. Да, по сути, так оно и есть. Да. Кстати, вот я эту книгу читал, но, честно скажу, не так, чтобы все прям вот так вот определенными моментами. Хочу спросить, про Руста там есть? Есть. Там очень хорошо. То есть там дополнительная есть информация, да? Да, там все очень подробно расписано. Вот эти вот, то, о чем мы сегодня с вами говорили, и все это более подробно, со ссылками, с фамилиями, с именами героев. И почему я еще вот как бы обратил внимание на то, что мы сегодня вот обсуждаем. Все-таки я с Рустом встречался. Мало кому это удалось. Вот. И некоторые вещи на меня произвели неизгладимое впечатление, особенно его уверенность в том, что он безнаказанно долетит до Москвы. Большое вам спасибо, Юрий Альбертович. Эксперт в сфере ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов был у нас. И до свидания. Ждем вас снова. Спасибо. Уважаемые друзья, если вы хотите оставить свой след в истории, выпустить мемуары или историю своей семьи, познакомить мир со своими исследованиями, то наше издательство будет радо реализовать этот проект. Наши преимущества – это сильная медийная составляющая и индивидуальный подход к каждому автору. Подробности в описании.